Доброго времени суток, уважаемые пользователи и гости канала Escape TV. С вами снова я, Артём Плотников. И сегодня в нашем видеоуроке мы поговорим о том, как обрезать аудиофайл. Обрезать аудиофайл мы будем в программе Sony Vegas Pro 10. Итак, не будем много разглагольствовать и сразу же приступим к делу. Итак, мы заходим в Sony Vegas Pro, нажимаем «Файл», «Открыть» и выбираем наш аудиофайл, который следует обрезать. Вот он, мой аудиофайл. Пододвигаем его на начало. Итак, теперь мы должны выбрать фрагмент, который нам следует обрезать. У данной песни я буду обрезать с самого начала, потому что оно идет 30 секунд, такое нудное и мне вообще не нравится. Для этого мы тыкаем туда, куда, где нужно обрезать аудиофайл. То бишь у меня вот это вот место. Нажимаем Ctrl-A, выделяем полностью дорожку и нажимаем английскую букву S. Затем выбираем фрагмент, который нам следует удалить, нажимаем на него левой кнопкой мыши и нажимаем Delete на клавиатуре. Затем мы передвигаем наш обрезанный аудиофайл в самое начало. Сейчас. Вот. И теперь для лучшего, как бы сказать, звучание песни, мы чуть-чуть вот начало, чуть-чуть затухание сделаем. Для этого мы курсор мышки передвигаем в левый верхний угол аудиофайла, появляется вот такой значок, нажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем его вправо немножко совсем, вот столько вот примерно, и прослушиваем наш аудиофайл. Да, все есть так, как мне нужно. И я примерно обрежу его вот здесь вот, чтобы вам долго не смотреть, как будет сохраняться аудиофайл. Вот чуть-чуть вот так пододвинем и сделаем затухание. Вот так вот примерно. Да, отлично. Вот, затем мы для сохранения нашего аудиофайла нажимаем «Файл», «Просчитать как», выбираем разрешение MP3, и делаем имя нашего файла. Я ставлю его так. Нажимаем кнопку Save. Ждем, пока сохранится аудиофайл. Аудиофайл сохранился. Нажимаем кнопку Закрыть. И проверяем наш аудиофайл. Вот он у меня сохранился. Все сделалось так, как мне нужно. Обрезалось, сохранилось. Все так. Я думаю, вам понятно. Если у вас какие-то возникли вопросы, пишите мне ВКонтакте или в комментарии под видео. А с вами был Артём Плотников, игровой канал Escape TV. Удачи вам, всем пока.